Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя серия, видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Одна девушка пишет: у меня из земли начали вырастать пасынки томатов. Жалко их убирать, они такие толстые и здоровые, что с ними делать? Вот я здесь тоже просмотрела один, вот сейчас вам покажу. Да, прям из земли вырастают пасынки томатов. Что это обозначает? Она подумала, что дочка неправильно как-то посадила томаты, и они оттуда вылазят. Это может случиться у каждого. У кого есть сорта, вот этот высокорослый сорт, который очень склонен к образованию пасынков. И когда я при посадке обрезала нижние листья, я заглубила на два листа. И вот эти пазухи нижних листьев получились с земли, и оттуда вылазят пасынки. Это они будут вылазить у всех вот у таких сортов, которые склонны к повышенному образованию пасынков. Жалеть их не надо, он вот сейчас, если я его оставлю, он вырастет очень толстый, очень здоровый, красивый, мясистый. Он будет, возможно, даже такой же толщины, как основной ствол, но не надо это допускать. Если вы его оставите, он высосет из маточного растения все соки. Он, возможно, даже будет такой же, как вот это растение, ну как бы второй ствол. Но мы уже говорили, что второй ствол нужно начинать только на высоте образования первой кисти плодовой. Вот эти нижние пасынки, они вообще ни зачем этому растению не нужны. Они будут только вытягивать соки. Безжалостно их удаляйте. Не надо из земли оставлять пасынки. Даже если вам жалко, даже если он красивый такой будет, и даже если он зацветет, удаляйте вместе с цветочной кистью. Это будет все в ущерб плодоношению, в ущерб созревания, вот наливание вот этих плодов, которые уже есть, он все будет оттягивать на себя. Нам нужно стараться выращивать ту кисть, которая уже завязалась, те, которые сейчас цветут, завязываются, и следующие, которые будут выше. С пола ничего не выращивайте, не нужно. Удаляйте, не жалейте. Все, вот этот короткий видеоролик, ответ на вопрос и той девушки, которая спросила, и всем, кто сейчас будет думать, кто, может быть, первый раз выращивает томаты и пожалеет этот пасынок. Он на то и пасынок, что он сейчас как вызовет у вас жалость, но он вам испортит урожай, уменьшит. Я сказала и девушке, и вам говорю, если хотите иметь много плодов, но очень мелких, можно оставлять пасынки с земли. Они могут и зацвести успеть, на них будет мелочь, много может быть даже. И эти будут мельчать, ваши высокие. Но если вы хотите вырастить полноценные, высококачественные плоды, сладкие, крупные, удаляйте все нижние пасынки. Все, заходите ко мне на страницу в Одноклассники. Ольга Чернова, 56 лет, город Бийск, Алтайский край. Там я все описываю, как окучивать, как пасынковать, как высаживать, выращивать рассаду. Кто только начал заниматься огородничеством, надеюсь, вам мои советы помогут. Потому что на изучение всех этих подробностей может уйти много-много лет. А тут вы можете за год-два узнать все нюансы и получать почти сразу большие хорошие урожаи. До свидания. Желаю всем хороших урожаев. С пасынками боритесь. Не оставляйте их и не жалейте.